Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Двенадцать территорий столицы будут наделены особым статусом в правилах землепользования и застройки города Кызыла. Публичные слушания по данным изменениям прошли в столичной мэрии. Анализ, проведенный Минземом Тувы, показал, что в Кызыле есть 12 территорий, подходящих для строительства жилых и социальных объектов. Это район городской поликлиники по улице Дружбы, где раньше располагались двухэтажные бараки. Вместо них по проекту предусмотрен целый квартал. С весны этого года начато строительство 4 жилых домов, один из которых в скором времени будет сдан в эксплуатацию. По проекту на этом месте появятся детская и спортивная площадки, автопарковка и уличное освещение. На второй территории по адресу улица Дружбы 37-41 предусмотрена застройка нового микрорайона. Сейчас там возводится жилой дом на 110 квартир. Также в перспективе планируется преображение и района так называемого Шанхая. Вместо двухэтажных барачных зданий и 45-го магазина будут построены 5-этажные и 9-этажные жилые дома. По проекту предусмотрено строительство 7, 5 и 9-этажных домов. Также на этой территории будет возведена новая школа на 825 мест. Появится и детский сад. Кроме того, в планах проектировщиков кинотеатр и спортивный зал. Большая стройка в среднесрочной перспективе планируется и в районе набережной Енисея по улице Безымянная от Титова до Молодежного парка. По проекту будут возведены 5 5-этажных и 3 9-этажных домов, а также стоянка для автомобилей. Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Законопроект об этом до конца первого квартала следующего года представит Минстрой России, сообщил глава ведомства Михаил Мень. Он будет содержать правила расчета цен за жилищные услуги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы многоквартирный дом был в порядке. Новый документ будет выгоден жителям новостроек. У них платежки могут снизиться, содержание новых домов дешевле. А вот для жителей старых домов нет. Многие из них сейчас платят меньше, чем это необходимо для качественного содержания старых домов. Кроме того, необходимый перечень работ может варьироваться в зависимости от дома и финансовых возможностей его жильцов. Также на сокращение тарифов будут работать прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Законопроект принят в первом чтении, и окончательно утвердить его планируется до конца года. Новый механизм позволит проводить платежи за ресурсы, минуя управляющую компанию. Заповедник Упсунурская котловина и клуб друзей Всемирного фонда дикой природы «Синяя птица» подвели итоги детского республиканского конкурса новогодних подделок «Елочка, живи». В преддверии Нового года сотрудники заповедника предложили детям альтернативу живой срубленной елки, создав свою новогоднюю красавицу. В конкурсе принимали участие воспитанники детских садов, школ и других образовательных учреждений республики. Подделка должна была быть красочной, аккуратной, а самое главное – креативной. Всего на конкурс было представлено около 100 работ в двух номинациях – «Сила природы» и «Вторая жизнь». Именно экологические такие номинации – из природных материалов и из бросовых материалов. Елочки, которые не заняли места, могут забрать после 25 числа, вот за эти оставшиеся дни, могут забрать и встретить Новый год в компании «Елочки». Победители перед Новым годом получат призы и грамоты. Кроме того, многие работы будут отмечены благодарностями и призами в качестве поощрения от организации членов жюри. Все участники конкурса также получат сертификаты. Гражданам простят долги по налогам трехлетней давности и предоставят вычет 6 соток, сообщает издательство «Российская газета». Все долги по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на 1 января 2015 года, а также пени, начисленные на эти недоимки, государство признает безнадежным к взысканию и простит. Речь идет о налогах – транспортном, на имущество физических лиц и о земельном. Кроме того, подлежит списанию значительная часть задолженности индивидуальных предприятий,
предпринимателей перед государством. Им, во-первых, простят недоимки по налогам и начисленные на них пени, а также долги по штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Во-вторых, будет признана безнадежной и списана задолженность по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Это касается также адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практикой. Также будет введена новая постоянная льгота по земельному налогу. Она заменит действующий сейчас вычет в размере 10 тысяч рублей, на которые имеют право инвалиды первой и второй группы, герои Советского Союза и России, чернобыльцы. К ним добавляются пенсионеры. Вместо 10-тысячного вычета вводится освобождение от уплаты налога с 6 соток. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 71 копейку, евро 69 рублей 51 копейку. Твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея? У нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. В Туве местный житель подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в отношении 37-летнего ранее судимого мужчины. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, в сентябре 2017 года в ночное время суток в квартире по месту проживания подозреваемый, воспользовавшись тем, что супруга находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении, совершил отношение 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинений и направление в суд ходатайства для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Тува в числе 5 регионов показала наибольший рост по качеству и доступности медицинской помощи. Рейтинги регионов «Качество и доступность медицинской помощи» и «Доступность лекарственного обеспечения граждан», подготовленные Фондом независимого мониторинга здоровья, по данным на 2013-2016 годы, представили на форуме действий ОНФ в рамках работы площадки «Медицина будущего. Здравосохранение». Так, рейтинг доступности лекарств позволил определить регионы, где проблема стоит наиболее остро. В группу лидеров рейтинга по качеству и доступности медпомощи за 2016 год вошли Магаданская, Амурская, Мурманская, Томская, Кировская, Ростовская и Воронежская области, а также Республики Алтай и Северная Осетия, Алания. Наибольший рост в рейтинге в 2016 по сравнению с 2013 годом продемонстрировали Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Тува. Сильнее других с 2013 года ухудшили свои позиции Еврейская автономная область, Волгоградская область, Республика Карелия, Чукотский автономный округ и Республика Башкортостан. В рамках проекта «Театры детям» Государственный театр кукол Тувы приобрел новое оборудование. Республиканскому театру было выделено более 1 миллиона рублей. Из них более 960 из федерального и около 50 тысяч рублей из республиканского бюджета. Всего на эти деньги закуплено более 100 стульев и сделаны 6 возвышающихся рядов. Вместе с ними и трибунами театр обновил акустическое оборудование. Появились головные и радиомикрофоны для артистов и новые колонки. Отмечается, что расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением детских и кукольных театров, бюджетами регионов России осуществляется на субсидии в рамках государственной программы развития культуры и туризма на 2013-2020 годы.
Первое республиканское FM-радио «Голос Азии» продолжает прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и «Такси апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. По условиям игры слушателям предлагается разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Партнер квеста «Такси апельсин» дарит нашедшему бесплатные поездки в такси в любых направлениях и маленький витаминный бонус – апельсин. Вот такая загадка прозвучала сегодня. Замес майонез. О, мы вас поздравляем. Держите ваша апельсинка и два пончика на такси. Разыгрывать бесплатные поездки «Такси апельсин» будет в течение 2 недель. В «Такси апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд 1 километра вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200. Или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. «Такси апельсин» – быстро, удобно, безопасно. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике облачность без осадков, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков, ночью -30, -32 градуса, днем -24, -25 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.